Так, ну чё, погнали. Ой-ой-ой, громко-то как. Ах, так, проблема. Куда мне вести летучего петуха? Бабушка Яху пошла в деревню Звериную. Мне нахер не нужна бабушка Яху. Мне нужно знать, куда мне летучий петух. Куда его деть? Что он может? Он со мной даже сюда идет, нихера себе. Так. Были ли места, куда... Да. Вести его к наверх, к мужику, скорее всего, который говорил, что «Эх, были в наше время петухи». Так. Интересно, могу я с ним телепортаться? Этот мужик был... Здесь. Вот он. Петушиный мужик. Так, к петушиному мужику надо мне... Ой, далеко тащиться. Ну ладно. Петух может тут? Может, отлично. Так. Врагов на нем пролетать нельзя. Уже не так отлично. Блин, да чего мне... А, привет, Сурман. А, добрый вечер. До чего мне нравится тема Зельды заглавно? Я прям так обожаю. Такая простенькая мелодия и в то же время такая классная. Так, Трейси мне не надо. Я правильно иду? Да, вот мне вот сюда, вот здесь выйти. Вот здесь пройти. Скорее всего... Не, он не какая-то, мне его надо отдать кому-то. Скорее всего, я думаю, мужик, который жил наверху, который говорил, эх, были петухи в наше время, а сейчас какие-то там петухи. Так. Так. Ну, сейчас попробуем. В общем, это просто единственное место, куда, ну, по логике его можно использовать. Вообще, сама фишка, что он со мной в команде, прикольная еще. Чё? Ага, это еще и по сюжету. Но Линк, я напомню, Линк знает, что если он сыграет на инструментах и покинет. А вот Филин не объяснили. Но он есть на фреске, которая говорила о том, что этот мир всего лишь иллюзия. Вау. Погодите, я здесь не был никогда? Окей, я так понимаю, мне сюда надо будет в конце вернуться. Да, это непростой Филин. Но Линк знает, к чему приведет то, что он разбудит эту рыбу ветров. Ему кажется просто насрать. Блин, да вот этот Филин меня задрал. У меня два данжена еще. Люблю трогать. На восток. Я не пойду на восток, я пойду петуха отдавать. Так. Это не здесь, да? Или здесь? Я что-то заплутал.
Да, это тот проход. Кошка приперлась. Не знаю, ее слышно или не слышно. Как она здесь мурлычет. Ну это же... Ему надо вернуться обратно в Хайрул, к Зельде, там, защищать мир. Он же герой, там все дела. Наверное. Я не знаю, зачем он вообще отправился в путешествие? Здесь ему не объясняли это, мне кажется. Но он, похоже, не очень здесь хочет обустраиваться. Ему с Зельдой веселее. Так. Вот зачем мне петух. Я теперь могу... Ой, блин. Ой, я не зря это сделал. Это сюжетный. Петух это сюжет на этом. Все, да. Куриный энтузиаст — это игрок в доту. Во. Так. Да, мне сюда надо. Все. Вот. Блин. Я вот пока нес его, только сейчас понял, что здесь же было место, куда без петуха мне не попасть никак. Но вообще, мне сама идея нравится, что здесь не Хайрул. То есть, как бы совсем другая локация. Вот, вот где я могу теперь прилететь. Ключ с птицей. И теперь я могу на востоке открыть этот, дверь в данжен. Собственно, петух-то мне, наверное, больше не нужен. Он чисто только вот для этой локации, все. Так. Хотя это место, на самом деле, от Хайрула-то не так уж и сильно отличается. Вообще не отличается. Тоже своя пустыня, свои руины. Свое большое озеро. Он так и будет меня сопровождать, что ли, теперь? Интересно. Я не против, в принципе. А, привет, Гидеон Дес. Добрый вечер. Блин, да чего все здорово. Хороший вопрос, почему? Почему ей вообще снится целый остров? Про рыбу и тров толком, мне кажется, не объясняли. Так. И теперь направо, вот сюда. Просто я не знаю, я... кот, привет. Петуху это нравится. Так что это не жестокое обращение с животными совсем. Так. Я не геймбоевскую версию не проходил, поэтому я про рыбу ветров вообще мало чего знаю. Я даже не знаю, как она выглядит на самом деле.
Собственно, я мог уже телепортнуться. Зачем я этот хожу пешочком-то? Походу, петух со мной до конца. А. Может, он со мной в данжен пойдет? Насчет совращения животных. Я не знаю, как-то хочется про мифу пошутить. Какой у них там замут-то был? Я так это... Сейчас, одну секунду. Я, кстати, как раз в прошлый раз думал, с Роману наверняка понравится мифа. Сейчас, момент. Официальный арт найду какой-нибудь. Сейчас, момент. Как просто копировать ссылку с телефона? Чё за бред? Так. Могу я в чат загрузить сейчас картинку с телефона? Нет? Нет, да? Так, сейчас, момент, с компьютера. Не, мифа Best Girl в Breath of the Wild. Гораздо, гораздо лучше, чем Зельда. Блин, по скриншоту она выглядит прямо один в один, как этот, как... Ой, нет, Линк, улетись. Как Fallout, даже забавно так, блин. Так. Куда мне сюда, да? Ну чё, мы пришли в предпоследний данж. Еще была, кстати, Зора из Ocarina of Time. Я не помню, как ее зовут. Эй, а где петух? Орлиная башня. Не, я пойду в другую сторону. Надеюсь, только не будет всяких тут шахмат или прочего всякого. А, визоробы будут. Слушай, а визоробу можно, интересно? Можно, отлично. Сара, привет. Завтра нам, наверное, надо бы стримить. Ну, в понедельник давай. Блин, в понедельник я не знаю, во вторник у меня сдача экзамена, я бы в понедельник лучше бы подготовился.
Потому что я же на этой неделе экзамен завалил, поэтому мне надо пересдавать на следующей неделе. Так что это... Мне, наверное, надо подготовиться немножко. Окей. Я не готовился. Я вместо этого играл в видеоигры. Погодите, мелодия. Это не мелодия из первой Зельды Данжена? Очень похоже. А, да там фигня по электробезопасности. Я сдам. Там, в принципе, ничего сложного нету. Просто, понимаете, фишка в том, что надо дочитывать вопросы до конца. Потому что я, не дочитав вопрос, начинаю отвечать, а потом оказывается, что это не то, о чем я думал еще. Так. А, у меня ключ же есть. Антифею пока не буду трогать, она мне еще пригодится. О, там это еще я сдавал. Мне надо два их сдать будет. На вторую группу и на третью группу. Там много на самом деле, очень много. Нет. Я хочу здесь сначала потусить. Нет, так нельзя. Жаль. О, не-не-не-не-не. Не, тем более, что я, собственно, обучен сам проводить технику безопасности. И не, никаких этих. У нас все с этим очень строго. Что, в принципе, хорошо. Зачем мне шарик? Нахера он мне? Это какой-то сложный пазл, походу. Ну да, скорее всего, да. Так, а я отсюда смогу его кинуть? Нет. А я не могу, наверное, через него перепрыгнуть, скорее всего. Не-а. Так, сейчас, момент. Может, я просто пробежать могу? Ха. Ну, если что, я все равно туда еще вернусь, в ту комнату. Да я ненавижу эти шахматы. Так, подождите. Thank you.
По идее, отсюда, нет? Вот где сейчас белый стоит. Так, сейчас. А ее можно? А, ее можно убрать, окей. Я думал, их нельзя убирать. Дальше путь искать. Вот этот шар, он интересно, он здесь отмечен. А обычные вещи из комнаты в комнату нельзя таскать. Блять, вы посмотрите, это она из 4 этажей состоит. Хороший вопрос. На самом деле. Наверное, загадки в Зельде. Ага. Так, здесь я был. Я могу спрыгнуть вот сюда. Могу спрыгнуть сюда. Так, давайте сначала исследуем. Господи, я не знаю, куда мне идти. Здесь я был? Так, ладно, давайте пофигу спрыгиваем. Ух ты, новый Фриман Смайт вышел. Охереть. Кирби? Кирби? Это Кирби? Кирби теперь злодей. О боже мой, мы сейчас грохнем Кирби. Кирби. Кирби, я знаю, как с тобой поступить, я догадываюсь. Кажется, я не прав. А, нет, он никогда не был злодеем. Не, он бомбы не глотает. А чё ж как ж... Так, бомба его не дамажит. Меч его не дамажит. Бумеранг. И смысл, я его убил?
Я, короче, мало чего понимаю, походу, в логике здешних злодеев. Почему Кирби? Почему Гумбы? Так. А вот, кстати, не знаю, потому что я в Кирби всегда очень мало играл. Я знаю, что он охрененно играется сам по себе. Но вот именно как в него играть, я, честно говоря, никогда... Ну, вернее, что именно там происходит, я никогда не это... Не следил. Это, кстати, первый данжен, где лайк-лайки есть в этом, в подземелье. И если они меня здесь щит украдут, это вообще... А... Это как в манге про Метроид. Кстати, а действует на него гарпун? В манге про Метроид Самус играла... А что она играла-то, господи? Ага, только этот... Играла в Зельду как раз. Так. Понятно. Этажом выше мне надо, чтобы на крышку. Да отстаньте вы от Линка, ты, господи, что здесь происходит? Я всего лишь хочу убить врага. Ничего за это не дали. Так, здесь я был. Все, сюда можно не возвращаться. Так. Мне, значит... Вот здесь выход наверх есть, отлично. То есть я сейчас что делаю? Мне нужен гарпун. Охереть, вот это у них дам этот... резистанс. Так. Я могу, значит, сюда сейчас пойти. Гангстер, привет. Гангстер. Опс, 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 опс. Так. Блин, да что я делаю-то? Так. Это было... Это с моей стороны было туповато. Это ремикс темы из первого из первой Зельды, по-моему, если не ошибаюсь. Там была такая зловещая мелодика. Так, мы сейчас на втором этаже, да? Босс на четвертом. Так. Ща. Ага. Так, если я здесь упаду вниз, я укажусь не там, где надо. Мне надо вот сюда упасть, по идее. На... Нет. Надо ли мне вообще падать вниз? Сложно, 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 сложно. Вот здесь мне упасть вниз? Ммм.
О, блин, пошли. Я так радовался, что здесь нет данженов, которые этот... Нет, я не туда упал. Отлично. В эту комнату мне не надо. Так. Ух. Но теперь у меня что-то открылось теперь здесь, да? Да отстань ты. Кстати, здесь невероятно щадящие лайк-лайки вообще. Да-да-да. Так, теперь я могу взять вот этот сундук. Охереть! Наконец-то! Зеркальный щит. А, можно его посмотреть? Его поверхность отполирована до блеска. Я вообще думал, что... Да, я вообще думал, что он... Его надо где-то по миру искать, я его пропустил. Я не знал, что он в данжене дается. То есть, все, теперь он... Теперь можно спокойно отбивать все проджектайлы, что будут лететь. Он потому что отбивает не только лазерные лучи, он и фаерболы отбивает. Эй, блин. Так. Ну ладно, ладно, живем. С зеркальным щитом мы живем. Антифея, нужна ли она мне? Нет. Так, а зачем я сюда вернулся назад? Ну, допустим. Наверху я не был, и справа я не был, да? Мне нельзя здесь было пройти. Серьезно, это то самое место? Теперь я что, могу шар этот пронести, нет? Так, я не понимаю... Это первая вещь в игре, которую я могу таскать постоянно. Надо понять, куда ее тащить. Так, 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 сейчас. До босса, да, может быть. Там тоже дверь идет вниз. Мне вниз не надо, или надо? Ща. Ладно, я пока без нее, потому что след не слишком долго будет.
Ну кто их знает? А, погодите-ка! Я сферу могу перекинуть вон туда. Скорее всего, так и надо делать. Ща. Зачем? Окей, я что-то сделал, да? То есть я ее туда перекинул. Как мне самому туда попасть? Если я сюда выпрыгну. Я окажусь здесь, да? И что мне это дает? Боже мой, что с этим данженом? А, вот здесь я не был. Вот здесь я не был. Так, здесь проход наверх. Как раз к этой херне. Слушайте, по-моему, если я не ошибаюсь... Да, бумеранг убивает эти херовины. Я случайно по одному попал. Здесь можно бомбануть проход себе. Веселенькое меня ждет времяпрепровождение, походу. Да, 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 да. Мало того, что Хинокс, он еще... А эти фаерболы в меня стреляют. А, он еще и бомбами кидается, отлично. Ладно, это единственная тактика, которая в голову приходит. Блять, нет, нет, нет. Короче, игнорить фаерболы, стараться, чтобы он до меня не добрался. Кажется, это время для лука сиять. Изи. С первой попытки. Еще. Блять, я его случайно ударил. Ненавижу этих врагов. Серьезность в сундук там. Окей. Ей, можно на следующий этаж подняться. Ей, можно возвращаться обратно. Походу, мне реально надо сферу с собой тащить.
Охереть, серьезно. Так, знаете что, я, пожалуй... А, охереть, это надо сейчас со сферой то же самое делать. А, нет, погодите, я сюда не могу со сферы попасть. А знаете почему? Потому что вот так надо сделать. Скорее всего, у меня... А, кстати, а почему они меня не дамажили? Скорее всего, у меня защита была хорошая. У меня максимальная броня сейчас. Проще что-нибудь через нее. А. А? Спасибо за одну бомбу. Что происходит? Колонну взорвать, скорее всего, можно, да. Потому что она выглядит как очень такая старая, битая. Извините. Нет, нельзя. Но мне ж бомбы не просто так дали, да? Сейчас, одну секунду. Так, я вернулся. Что-то мне подсказывает, что колонну не взорвать. Но это место не просто так, да? Причем я отсюда, кстати, вернуться-то никак не могу. Опс, нет. Если только спрыгивать вниз. Так. И она выглядит как что-то такое... А, погодите. Нет. Интересно. Так, ладно, бросим эту колонну тогда, потому что что-то непонятно.
бумерангом ее. Нет. Так. Чё тогда, прыгаю вниз? Кошка, уйди, уйди, кошка, уйди. А здесь чё? А, здесь ничего. Так, давайте думать дальше. Как мне сюда перетащить бомбу? Не бомбу, а ту херню. Так. Может, я что-то упускаю? Может, я еще апгрейда какого не получил? А какой я могу получить здесь апгрейд? Но это точно с этой бомбой связано. Давайте я пока наверх дальше один пойду. Не бомбой? Блин, почему я ее бомбой называю? Ну, скорее всего, да, ее надо перекинуть каким-то образом. А, в дыру кинуть? Кинуть в дыру. Кинуть в дыру. Дай подумать, дай подумать. А, Суруман, ты очень... Это... Очень умный. Потому что именно это и надо сделать. Нет, этого не надо сделать. Окей. А-а-а. А. Она только на втором этаже действует. Так, тогда, знаете что, я пока дальше пойду. Эй, эй, эй. Такое ощущение, что этот щит чуть пошире, чем предыдущий. Вау. А, погодите, это односторонняя дверь-то, блин, что я делаю? В колонну нет, я ее не кидал в колонну. Сейчас, я хочу посмотреть, что впереди будет. Черт вы данжены, а? Что же они такие сложные стали? Нет, Линк, не падай. Так. Я прохожу дальше здесь. Сейчас, момент. Ты, кошка, уйди ты нахер от меня. Ах, блин, погодите. Стоп. Стоп, 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 стоп. Я дебил! Дебил! Зачем я это все переусложнял? Так. Сейчас, мне надо сообразить теперь, как это обратно сделать. По-моему, сюда надо. Мне надо утопить синенькие. Чтобы всюду стояли красненькие. Теперь вернуться в начало данжена.
пойти налево, подняться на второй этаж, идти против часовой стрелки. Нет, да, против часовой стрелки. Фея нарывается. Вот что я вам скажу. А могу я перекинуть через эти херовины? Его надо где-то здесь вставить, что ли? А, погодите, все, я понял. Да. Вы были все правы, народ. Так, ладно, с этой потом. Блять, мне было надо было его в эту колоду тоже. Ну ладно, сейчас момент. Да. Я надеюсь, только две колонны. Я не обращал внимания, были ли еще колонны какие. Сейчас момент. Так, все, я вернулся. Это магический шар. Это любое объяснение в Зельде. Вообще любой вещи в Зельде. Это магия. О, фея. Отлично. Ладно, с жизнями проблем нет. Там колонну мы разрушили, да? Одна колонна здесь. Вот эта колонна. Сейчас ее надо разрушить. Блин, короче, я перемудрил, конечно, с этим очень сильно до отвращения. Ну, кто же знал? А, вот еще колонна. Блин! Вашу мать, а? Я надеюсь, их три тогда всего лишь. Ну да. Хотя нет, погодите, этаж-то небольшой. Нет, здесь нет колонн. Отлично. Здесь колонна. Это уже третья колонна, да? Здесь колонны нет.
Здесь колонна есть. Беда. Они такой скрип змерзкий проведут про этот. Да, местечко это, конечно. Кстати, хороший вариант. Спасибо, Линк. Часто феи выпадают, отлично. Я, может, поспешил? Может, мне надо было сначала наверх сходить? Да, босс теперь на третьем этаже, а до этого был на четвертом. Я уничтожил целый этаж. Бля, я даже его не исследовал один этаж. А, нет, погодите, так нельзя, да? Надо. Так, теперь, значит, мне по третьему этажу надо пилить. Интересно, это так и было задумано? Может, один этаж был недоступен? Ну, в общем, фишка интересная. В смысле, у тебя сейчас не работает стрим? А. Так. Сейчас. Зачем я бомбами? Я мог бумеранг воспользоваться бумерангом. Ну. Любопытно. Это у тебя на каком? На 1080p? А в Metroid Prime так можно было уничтожать башню, чтобы один из апгрейдов получать. Мы теперь червяков бьем. Какой же, зараза, огромный данж. Ничего не дали, да? Спасибо. Так, вот здесь уже вход к боссу. Так,
Ща, момент, я что-то... Я немножко не пойму, что от меня хотят здесь. О, их можно уничтожать, ничего себе. А. Так. Направо надо идти. Так. А, надо всех убить, да? Так, ага. Сурман, это магическая флейта. Так, мне надо их всех сбить, да? Как это мне сделать просто? Так, и пока очень плохо получается. Так, сейчас одна уцелела, да? Мне надо от них подальше держаться. О, я не понимаю. Так, сейчас... Я тупо не успеваю нажать. Буду просто долбить на этот. Стану в угол и буду просто долбить. Не, не поможет. По идее, вот это самая лучшая формация. Так, сейчас момент. Чё я выпускаю? А хер знает. Это надолго. Так.
Я не успеваю, я тупо не успеваю, я не понимаю. Я понимаю, в каком порядке они будут лететь. Я все равно не понимаю, как это как это делать. Так. Отлично. Так. Раз, два, три, четыре. Я не успеваю, блять, это невозможно. Как это сделать? Это, блин, ну, я не знаю, может, это проблема этого джойстика. Ну, тут кнопка атаки, она, ну, я просто на кнопку долблю, я не успеваю. О-о-о. Фею потратил, охереть. То есть я вижу, в каком порядке они все выходят, но, блин, мне это не помогает вообще, потому что я тупо не успеваю. Так. Это был плохой мидбосс. Это был худший мидбосс в игре. Так. Зачем я это сделал? Так, друг другу. Так, и он нам еще встретится, этот босс. А может и нет. Может быть, он нам бы встретился, если бы... Это... если бы четвертый этаж остался. Потому что вот, я уже могу к боссу идти. Собственно, я не могу, у меня больше других путей нет. Не закурю. А, погодите, что? Фея не выпала. Вообще, я бы не прочь перед боссом бы жизни восстановить. Здесь можно вниз упасть зачем-то. Так. Да чтоб вас всех. О, нет. О, нет.
А, ладно, не так уж и сложно. Да. Линк какой-то незапасливый молодой человек. Лекарство меня воскрешает, когда у меня заканчиваются жизни. То есть, в принципе, у меня есть как бы второй шанс на данный момент. Ого. Ой, вот это здорово придумано. Мракокрыл. Интересно, кстати, что вот с этой перспективы с ним сражаться. Да-да-да, только второй босс такой. Интересно, в оригинале так же было? Блин. Окей, неплохо сейчас получилось. Если не тупить, то это довольно легкий босс. О, да. Чё? Спасибо. Вот это вот сейчас было интересно услышать.
Может, я не так хорошо сюжет знаю у Link's Awakening? Остался последний данжен. Следуй за музыкой. Следуй за музыкой. Что бы это ни значило. Но единственное место, куда я сейчас могу пойти, это вот сюда. И здесь никакой музыки не было. Хороший вопрос. Но я думаю, узнаем, когда все инструменты соберем. Вообще, конечно, все это очень интересно, блин. Так. Я думаю, надо в деревню последний раз вернуться. И оттуда уже следовать налево вот сюда. В деревню, Линк, а не под... Блядь. Я не там телепортнулся, не туда, да? Мне надо было вот сюда. Сейчас. Линк совсем обленился. А, кстати, а чё дедушка у Лирира скажет напоследок тоже? Голова черепахи у тебя на пути. Оживи её, и всё станет ясно. Опять кого-то оживить надо будет, окей. Тут никто нового ничего не говорит, я смотрю. Даже никого нет, что-то странно. Где народ-то весь? Не, ничего нового, окей. В общем, нам надо тогда сейчас поверху идти налево вот сюда. Или вот сюда, вот здесь. Я в прошлый раз пройти не мог. Ну, это будет быстро здесь. Блять, нет, это будет не быстро.
Или быстро. Сейчас увидим. Мне надо сейчас спрыгнуть вниз, чтобы оказаться этажом ниже, потом пойти налево, что-то такое. Я вот здесь зря спрыгнул, короче. Блять, нет, не туда. Так. Вот теперь мы там, где надо. Да, но под конец, конечно, уже сложность все-таки возрастает. Уже не все не так просто становится. Броня меня, конечно, спасает. Если бы с обычным дамагом, я бы умирал, конечно, здесь часто. Так, а вот я забыл, как мне дальше-то. Сюда наверх. А, и... Вот сюда. Про загадки я вообще молчу. Загадки здесь чудовищные. А что будет, когда пойдут 3D Зельда? Это вообще жуть. Так, погодите, я опять заблудился, блядь. Здесь я брал ключ, так? Так. Я проходил только Breath of the Wild. Играл в Twilight Princess с ним. Мари, что она здесь делает? Колесо. Линку пофига вообще. А, да не, это будет странный поворот сюжета. Ох, ладно, надо добивать тогда последний данжен. Вперед, Линк!
Так. У меня и крутой меч. Ой, щит. Все, блин. Я здесь не мог пройти раньше. А я сейчас не могу, да? Здесь я был, окей. Вот там мне как-то надо попасть туда, да, получается? Я их теперь еще и копья прям в них откидываю. Интересно. Конечно, вот очень поздний апгрейд, щит. Слишком поздний. Есть, отлично. Так, лопата нужна. Сколько я всего ракушек нашел? 35 штук. Мало. То же самое скажешь? Да. Так, вот это черепаха, что ли? А, я вчера посмотрел... я вчера вечером смотрел Конга. Я до этого Годзиллу посмотрел, а сейчас смотрел Конга. Такой охренительный фильм, господи. Обязательно надо на днях посмотреть этот будет, вторую Годзиллу. Конг. Нет, Конг этот, с Кулавом. Про Кинг-Конга. Опа, чё, это босс типа? А, интересно. Да, бомбами надо, окей. Ну, отличный. Я совсем не ожидал, что такой отличный фильм будет. Но это не похоже на черепаху. А, окей. Прикольно на карте это. По-моему, на... Если я не ошибаюсь, это первый босс на Overworld карте, нет?
Это еще что за дьявол? Бля, это реально дьявол. Чё за нахер? Ого, интересно, он от ударов уходит, конечно. Так. Где мой бумеранг? Блин, что-то тут совсем щедрые стали на фей. Ну, наверное, да, я так понимаю, это финальный данжен уже. А, погодите. А, вон проход появился, вижу. Главное, чтобы здесь не было вот этих переходов по уровням тоже. По этим. Господи. Не по уровням, а по этажам. Пока что живем неплохо вроде. Серьезно, здесь, надеюсь, босс раша не будет? Опс. Я знаю, что Зельда очень любит реюзать боссов тех же. Вряд ли это помогло бы. Хотя, может быть, не знаю. Воу. Так, это змеи или червяки? Так, клюв, 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 клюв. Заполню все дыры чудо-укладчиком. Секрет управления... Так... Ух, ух. Блин,
Чё за нахер пошёл? Нет. Ага, это чтобы потом сюда вернуться, да? Вот этим чудо-укладчиком, что ли? Так, там можно бомбануть стену. Вот. Так, кажется, это будет огромный данжен, да? Блин. А, не, я все правильно сделал, чё? То, о, карту сейчас интересно будет глянуть. Так. Ну, что радует, что это один этаж. Да. То есть мы, короче, расхерачили башку черепахи и после этого пошли... по внутренностям шастать, да? Это была ошибкой. Так. Ну ладно, карта это, наверное, полезно здесь будет. Да-да-да, это черепаха была. Тут все, вон черепашья символика какая-то. Кстати, а еще в этой части нету Ганнона. А, Юлбир, привет. Ага. И это здесь херня встречается. Если повезет сегодня, то это финал Зельды. Так. Сундук или вот здесь проход наверх? Я даже не знаю. Сделано из чистого льда. От одного прикосновения по коже ползут мурашки. А. Дальше... Да, дальше код Вероника и добить надо Bloodborne. Окей, ладно. Я вернулся в начало. Ой, не то, не то, не то, не то. Тиры после ремейка первого Резидента. Блин, или после четвертого Резидента. Вообще надо подумать. Один тир точно надо играть после четвертого. Или перед четвертым. Так, где я еще не был? Я не ходил налево, да, совсем? Вверху я был. Погодите, нет, вверху я не был. Не хочу с тобой сражаться больше.
Не, скорее всего, мне нужен огненный посох. Как в Link to the Past. Ну да, значит, один тир надо играть после классических резидентов, а второй после четвертого резидента. Ой, блин. Ой, серьезно? Это уже второй босс. Не, ну я имею в виду, что здесь это уже второй мидбосс. Я неправильно сделал. Ща. Я ее управляю. Упс, я фею бумерангом зафигачил. А Вокина выбирай. Они прикольные. Плюс, опять же, королева Авокина, все дела. Серьезно, они реально всех старых мидбоссов решили засунуть. Вот это было сейчас странно. Зачем эта штука здесь была? Компас. Ну понятно, босс будет в жопе черепахи, да. А, Титана. Всегда бери Титана. Титаны лучшие ребята в Destiny. Хантеры тоже ничего. Главное, варлоков не брать. Да, я приболел немного. К сожалению. Блин. Вот этот трек меня раздражает. А. Так, первый ключ, охереть. Так, здесь я все осмотрел. Идем дальше вверх. Здесь сундук пропущен. Внизу я тоже побывал, да? Ну, может быть, конечно, ворлоки во второй части стали лучше, чем были в первой, я не знаю. Так, мне надо обе эти лампочки зажечь, как я понимаю. Но я сейчас не могу это сделать, да, отсюда?
То есть мне сюда надо будет возвращаться. А, первое у меня съело, по-моему, около часов 300, мне кажется. Сейчас, момент. Ах, я капли закапал нос. Да, вторая часть, она настолько плоха была, что я только сингл прошел и все. На старте, сейчас она лучше, говорят. Так. Куда дальше путь держим? Наверх, наверху я еще не был. Не, там, когда ты пробегаешь сюжетку, тебе только открывается как бы вся игра на самом деле. Блин, я извиняюсь за свой нос. Да, я правильно пришел. Или нет, блять, еще сундук нужен. Так. А, в первой части PvP совсем не говнище. Да, гангстер есть. Причем очень живой. Меня много раз там унижали. Так. Я вернулся же туда, где был. Разве нет? Я чё, кругами хожу, что ли? Ладно, сейчас мы это поправим дело. Момент. Так, я здесь везде был, я не был вот тут, да? Вот здесь я не был. Да чтоб вас всех, куда идти-то? Так. Там открываются страйки, которые более высокого уровня, которые гораздо более интересные становятся. Там открываются... Сейчас, момент, я посмотрю, куда идти. Что-то я не пойму, что я не взял. Там открываются эти Nightfall страйки, там открываются рейды, там дохерища всего на самом деле. Так, сюда не получается, да, никак? Так, куда же идти-то тогда? Блин, хватит умирать. Здесь сундук. Здесь спрятан сундук. Угу. Мне сейчас придется круг навернуть. Может быть и больше 300, я, честно говоря, не помню. Я знаю, что у меня было 3 персонажа на максимум раскачано.
каждого класса. Блин, да что? Я... Момент. Что-то я расклеился немножко. Так. Я не туда иду. Момент. Или туда. Да, вот сюда надо. Так. Это я врезался? Я затупил. Не, да, надо просто аккуратно все делать. Я бы с радостью. Отлично, у меня есть ключ. Все, несемся обратно теперь. Теперь можно открыть ту дверь в центре. Единственное, мне дамага, конечно, не хватает ужасно. Ой, ну хоть здесь без мини-боссов, спасибо. Так. Два прохода у меня, интересно. Пойду на лестницу, потому что если я туда пойду, я не смогу назад вернуться. А, это локация с первой части. Это, блин. Вот чем был хорош первый Destiny, там были потрясающие локации. Во второй после нее ощущается как коридоры. Да, космодром это было охрененно. Так, сюда мне пока нельзя, да? Там старая Россия, это как раз космодромы, блин. Там вся, весь замут с Распутиным был, с этим, с ИИ огромным. Танк-павук, да. Они часто в первой части встречались. С ними делики были хорошие. Так, это все надо взрывать. Чтобы получить ключ, который хранит монстр, их придется победить сверху. Что? Вот это сверху я сейчас не понял победить. А, погоди-ка. Стрелочка, это стрелка. Да, в Destiny Распутин это Warmind. Это компьютер, который сражался с Даркнессом. Ну и заодно с Гардианами. Так. Мне нужен ключ, да? Спасибо.
Ой-ой-ой-ой-ой! Я не заметил пол здесь. Здесь нельзя на месте стоять. Теперь мидбоссы обычными врагами стали. До Донга были лучше. Там. Сундук упал там. Отлично. Блин, какой большой данжен, а? Я еще охренеть, где здесь не был, походу, да? Ну давайте, ладно. Блять. Да не, я знаю, да, я просто не хотел, думал, мало ли, потому что мне сейчас придется возвращаться назад. Да, спасибо. Ну хоть недалеко бежать, это уже радует. Кстати, а так далеко сработает крюк? Не, а так далеко не сработает. Так, вот в путь к боссу. Уже. Да-да-да, там на шмот вообще столько завязано. Но у шмота потрясающие эти. Вот экзотики, там такие классные билки у них. Так, что, может его стрелами реально? Нет, надо бумерангом. Опять развилка. Тут очень много развилок. Тут даже три развилки. Охереть. А, и кстати, походу для этого прохождения, вот для этого данжена обязательно лук, да?
нет. А. Ключ, еще один, спасибо. О, я правда, я запутался абсолютно, куда я иду. Сюда я точно не пойду. Я не хочу опять в путь возвращаться целиком. Лук, но мне лук здесь никак не поможет. Что за херня? Возможно, мне сюда надо вернуться будет потом. А, или может в прыжке выстрелить? Да. Налево я был? Нет, еще. Спасибо за рупии, они мне не нужны. И все, здесь больше ничего нет, да? Отлично. О, охрененно. Люблю, когда вот надо из данжена выйти. Не, просто эта часть очень сильно на прыжки завязана, поэтому и подумал, что, скорее всего, надо прыгать. Здесь еще телепорт, охереть. Прикольно. Какого хера я их уже убивал? Знаете, как это надо делать? Какого хера? Хорошо, что у меня апгрейд-бомб все-таки, а? Случился. Погодите, я фею взял бомбой. Ну я бы не назвал это убилкой. А, она на другом уровне, что ли, находится? Ну ладно. Еще ключ, неплохо.
сюда я, естественно, не буду прыгать. Но теперь мне интересно, во все ли глаза так надо стрелять? Нет. Так, я не понял, я только ради ключа сюда пришел? Так, куда мне тогда? А, вон, вижу, закрытая дверь, да. Так. То есть сюда и налево, да? Ух. У меня еще две, так что в принципе все окей. Это мне ничего не дало, кроме того, что я вижу, что здесь можно взорвать стену. Хорошо. А, шорткат, это шорткат, все, понял. Не то, не то, не то, не то, не то. Еще шорткат. Да, Не, но зато я смогу теперь здесь пробежать, если что. Уже радует. То есть, если я вдруг вернусь назад в подземелье, то мне здесь быстрее будет бежать, наверное. Больше нет ничего, да? И здесь. Да, я, короче, кучу шорткатов сейчас открыл. Так. О, вот это сложно. Так, и это еще что? Сурман, пока, спокойной ночи. Так, это, кстати, первый серьезный босс. Первый, в смысле, именно с... Я не помню, где была эта переключалка. Так. Да... Наверное, потому что это не Зельда 2. Т.
Итак, в самом начале, да? Вот где в самом начале? Я не помню, в какую сторону я шел. Вправо? Нет. Не влево, где-то справа, да, была она? Не вот это ли она? Так, да, да-да-да. Кажется, я понял, где она сейчас, момент. Вот она. Так. Теперь все, в принципе, легко. То есть возвращаемся туда, к мидбоссу. Надеюсь, это апгрейд. Я так подозреваю, огненный посох будет. Да. А, волшебный жезл. Им можно жечь. Зажгите как следует. Огонь! Погодите, так он бесконечный, что ли? Стреляет огненными шарами, которые можно растопить лед. А, он ману не тратит. Ой, блин. Я не туда пришел, да? Мне надо было сюда. Опять вот сюда. Хочу на врагах попробовать его. Кошка, уйди. Не туда, ну ладно. Сейчас поправим это дело. А вот вторая лестница, я не помню где. Охрененно. Такое ощущение, что это выход. Походу, я здесь не смогу сейчас пройти. Так, а где вторая лестница была? Вот это? А как не пройти, я забыл опять. Ох, что-то совсем стало сложно и непонятно. Здесь.
Я могу хоть пазл решить теперь нормально. Отлично. Ключ. А где была заперта дверь еще? Я вижу, что внизу сундук каким-то чудом. Закрытый. Как это могло произойти? Рупи. Ну, спасибо. Так, что у меня где осталось? Давайте смотреть. Вот здесь какая-то лестница куда-то, да? Вот тут сюда надо попробовать. Здесь все взято. То есть, ну, понятно, босс закрытый. И вот здесь закрытая комната, да? Так. Что вот здесь было? Во! Блин, кстати, я совсем забыл про это. Вот, и мы попали туда, куда надо, кажется. Так. Я как-то все неправильно делаю, блин. Бомбы его не берут, да? Бумеранг, скорее всего, тоже. А-а-а! Ну это арена, конечно, блин. А, я могу на него прыгать. Опять же, логично. Да-да-да, здесь вообще практически все боссы, по-моему, были. Только еще более сложные формы. Хорошо, что только мид-боссы, а не основные боссы тоже. О, фея, хорошо. Ага.
Так, нет, я неправильно делаю. Так, как нет, чтобы... Нет, 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 нет. Блин, я слишком поздно нажимаю, что ли, она у меня плохо поворачивает ужас. А, мне удерживать надо все равно, блин. Сложно. Босски, отлично, мы идем к боссу. А как мы идем к боссу? Я могу спрыгнуть здесь. Пойти наверх тут? Нет, это не сюда. Так. Направо я вижу, но как мне... То есть лестница, да? Лестница к боссу. По идее, лестница, которая ведет вниз. Или вверх. Нет, вверх. Ну, Dark Souls of Zelda Games был во второй части, но это все равно сложно. Так, есть одна догадка. Сейчас, момент. А, блин, погодите, как мне здесь пройти-то? Тут же одностороннее движение. А куда эта лестница вела? Я все забыл уже. Так, вот эта лестница куда-то вела, я не помню куда. А, окей, это не то. Это не то место, ясно. Так. Ладно, следующий путь смотрим. Есть еще одна догадка. Но, может быть, она не оправдается сейчас. Сейчас момент. Вот сюда. Я не помню, что здесь было.
вот это место, куда оно вело? Здесь что-то важное было. Не, нет, к двери босса я приходил. В смысле, я мимо нее проходил, но я не могу к ней подойти, там надо через лестницу. Так, давайте подумаем. Вот эта лестница не туда ведет. Это вот в эту лестницу я попасть не могу. Возможно, она ведет куда надо. А вот это что за лестница? А, это вела вот сюда лестница. Получается только вот эта лестница, значит я что-то там неправильно сделал. Так. Но как тогда здесь? Я не понимаю. А, погодите. Или нет? Сейчас. Так. Момент, момент, момент. О, ладно, да, это я ступил. Зачем я это сделал, не знаете? Ладно, может быть, вот это вот Dark Souls of Zelda Games. С лестницы нельзя стрелять, да? Так. Я не понимаю, блядь. Вот это... А! Все, погодите. Все, 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 понял. Вот это. Да, 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 да. Ага. Загадки. I'm smart. Так, ну ладно, кто сейчас боссом будет? Отвратительная зона. В смысле, зона босс-батл. У него паттерн знакомый очень.
Нет, так. Ого, ого. Это уже второй босс, кто это говорит. Но говорят ли они правду? Вот, вот в чем вопрос. Последний инструмент. Я не знаю, там что, если предстоит данжен. Блин, сколько без 15-10 сейчас? Без 25-10. Ну, в принципе, можно, я думаю, да, можно добить. Эй, чуваки, чуваки, отстаньте. Что скажет Ульрира? Идем к яйцу. Так, сейчас я подойду через секунду. А, да, умирал в данжене сновидений. Ну да, из 2D Зельды это самый легкий. Так.
А, я помню, помню, помню. У меня оно щелкнуто. Она же сейчас с вокалом есть. Так. Эй, а где? Где моя карта? Так, это, дайте угадаю, это здесь было, да? Петляет змеи траповица. Лево, лево, вверх, 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 право, право, вверх. Так. А, мне, наверное, в чат лучше это написать, чтобы, потому что я... Вот так, наверное, да? Лево-лево, вверх-вверх-вверх. Право-право-вверх. Так. И зачем я... ...ступил вперед? Wait, what? Wait, what? Я в самом начале оказался? Так. Лево. Лево. Это прям как первая Зельда. Теперь вверх, вверх, вверх. 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 Вправо, право, вверх. Вправо. Вправо. Вверх. Ох. Это выглядит зловеще. И, кстати, это же играет эта музыкальная тема, вот эта, только более зловеще. Сири... Что? Серьезно? Darkness. То есть все-таки они врали насчет того, что Линк их это ее сон.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз. Я не понимаю, я ничего не делаю ему, да? Так. Ну да, 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 я понимаю, я понимаю. Визроб. Чем я вывалил визробов? Ха. Он похож на Аганима из Link to the Past. Очень сильно. По-моему. Такая. Так. Так. А я не помню, как я его валил. Честно говоря. Так, ну сейчас я попробую понять. Сейчас, момент. Так. Чё я там делал? Я помню, он молниями стрелял. В шары, мне казалось, с него надо отбивать, но сейчас я не могу отбивать шары. Мне казалось. Точно, он вообще один в один. Вот эту атаку я помню. Упс. Слушай, а вот эту, интересно, я заблочить могу? Я не помню. Интересно, это кошмары. И Линк видит Аганима. Это потому, что он его кошмар? Любопытно. О, блять, я забыл. Но здесь это полегче сделано. Шары как будто бы самонаводятся. Он здесь упрощенная версия, так сказать. Thank you.
О нет, о нет. Охереть, Ганон! Я не помню, как я Ганона бил. Так, сейчас, дайте подумать. Так, стрелы. У него слабое пятно, это когда он кидает свою херню. Вот эту. Но как его при этом бить? Так. Круговая атака, думаешь? Давай попробуем. Блядь. О, нет, это плохо. Да, круговая атака работает, окей. Кстати, их нельзя заблочить. Так, дальше что? Это сколько уже было боссов-то? Так. Так, очень плохо, очень плохо, очень плохо, блядь. С моей стороны плохо, потому что я забываю, что я прыгать умею. И что-то мне это не помогает особо. Он ускорился, что ли? Не, я думаю, я не смогу пройти это. Мне, скорее всего, заново придется проходить босс раш.
А, это был финальный босс? Ха. Окей. Ну это ладно, это было... Это был гораздо лучше босс раз, чем я думал. Тут всего один босс был, Риус. Да, спасибо. А Линк и до этого был героем. Ну и наконец саму рыбу покажут, да. Ух. Ох, блин. Ну, не знаю, как-то грустно стало немножко. Даже не немножко, мне что-то сейчас... То, что они так и остались своими повседневными делами заниматься. Дела. Ох. О, да, я бы с таким удовольствием посмотрел.
общем, что я хочу сказать, это отличный ремейк. Да? Ничего себе. Ха. В общем, блин, ну, честно говоря, несмотря на то, что это офигенная игра, это замечательный ремейк, full price, да, full price, короче, она не стоит. Ну, блин, а, концовка прям шикарная. Ну, как шикарная, это очень грустно все. Нового здесь не добавили вообще ничего. Ну, кроме билдера данженов. Забрали... Забрали фотик. Фишку с... Квест с фотоаппаратом. То есть... Допилили управление, конечно, но, блин... Кстати, вокальная тема так и не сыграла полно. Вообще ни разу. Но мне, конечно, очень понравилась игра. Да, она прям... Так, и следующая Зельда, значит, которую буду проходить, это будет Ocarina of Time. Очень хотел до нее добраться, потому что, блин... Это... Столько про нее хорошего слышал, но вообще не знаю практически ничего о ней. Кроме того, что там связано с путешествием во времени и все. Какая именно... Ну, да, согласен. Link to the Past, она во всем лучше, конечно. Кроме, может быть, сюжета. Все-таки в Link to the Past именно сюжет простенький. Здесь же вот эта вся фишка с исчезающим островом и всем таким. Да. Сохранить прыгнуть. Конечно. Этот. 15. Погодите, 15 могил. Это 15 смертей у меня было. Серьезно? Я умирал только в одном месте. Все, игра пошла заново, да? А здесь есть мастер-мод? А, нету, да. Сразу игра начинается в финальном данжене. Но, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, Марин потом появлялась какой-то еще из частей. Так, ну ладно. Все тогда, с этим покончено. Дальше будет тогда что там, Код Вероника и Bloodborne надо добить. А после этого Dark Souls 3. Так. Фух. Ну ладно, что. Все. Всем спасибо. Всем пока.